Несколько лет назад друзья-одноклассники круто оторвались на выходных. В этом году они возвращаются в родной город. Одну минуточку. Милая, твоя мама приехала, и кажется, она не в духе. Чтобы заняться тем, что действительно важно. Это место идеально подходит для нашей семьи. В школу по утрам на велике. Это вам не Лос-Анджелес. Да, слава богу. Здесь все тихо и спокойно. Залезай-ка сюда. И погнали! Теперь я. Нет, сейчас моя очередь. Пока дети взрослеют. А когда у меня будет грудь, как у мамы? Никогда. А на кой она тебе вообще? Родители ведут себя как дети. Не могу поверить, что мы отсюда когда-то прыгали. Эй, старичьё, это наша территория. Полегче, Аберкромби. Эй-эй-эй, чё-чё-чё? Классное приветствие, парни. А теперь зацените наше. О, как поживаете, неплохо, сэр? Неплохо, благодарю. Нет, спасибо, сэр. Вот облом. Тревога, потайной столб. Да, милая, как дела? Может, чайку? Пожалуй, нам пора. Прыгайте! Голыми! Парни, вы лузеры! Мама! Ты вошел в меня! Одноклассники 2. А это что еще такое? Кто это сделал?